Друзья, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube и добро пожаловать в городе Мерсин, дорогие друзья. Если из вас кто-то еще не знает, какой город Мерсин, что это такой город Мерсин, дорогие друзья, можете ко мне обращаться, потому что это моя родина, друзья. Могу вам от и до все рассказывать, друзья. И с вами находимся район Теджи. Район Теджи – это самый быстро развивающий район в Мерсине, потому что здесь есть отопление, потому что здесь это самый близкий район до центра Мерсине, и все пляжи здесь близки. Как раз мы сейчас будем смотреть с вами одна большая квартира, и отсюда пляж недалеко, буквально 200 метров, друзья. Еще огромный территорий, огромный сад, турецкий старый дом, и дом, комплекс почти 15 лет есть, но чистый, уютный на самом деле, друзья. И рядом есть продуктовый магазин, рядом каждый среда базар, овощи, фрукты продаются, рядом есть аптека, поликлиник, школа, друзья. Теджи, в самом деле, хороший район, мне понравилось. Теперь мы с вами можем идти посмотреть подробнее, друзья. Давайте, я вас приглашаю теперь посмотреть, какая планировка у нас. Итак, друзья, вот в таком виде, вид на Средиземное море, вот в таком виде она продается на продаже, срочная продажа, 3 плюс 1, 130 квадратный метр, вид на Средиземное море, напротив есть еще парк, друзья, парк и продуктовый магазин, напротив, очень хорошо место расположения. Мне нравится вот это расположение, мне очень нравится, потому что в Мерсине, особенно район Теджи, мы здесь уже возле моря, практически пустой земельный участок, не осталось, друзья. Поэтому вот такое место потом через 5 лет невозможно найти вот в таком виде. Напротив парк, ваш вид всегда как есть, так будет. Французский балкон. Очень хорошо. Продается только без мебели, без бытовой техники, друзья. 130 квадратный метр на 5 этаже. Называем турецкий старый дом. В самом деле, как-то внутри заходили. Очень красивый, хороший ремонт. Ламинат везде, везде ламинат. Очень большая площадь, зал. Отсюда, гирегит. Отсюда вот такой большой, в самом деле, друзья, зал. Мне очень понравилось отсюда вид. Яныма гелебилир мисин? Гел, 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 гел. Вот так. Теперь можно отсюда. Гел, 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 чекинме. И камерая чевир, 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 чевир. Вот так. Вид. Вид на Средиземное море. Отсюда вид. Вот в таком виде она продается, друзья. Действительно, красота. Вот это вид даже стоит. Для этого тоже можно купить. Так что, и теперь можно вот так, друзья, теперь отсюда можно начать. Это перехожая, очень большой, широкий перехожая. С левой стороны огромный большой шкаф. Вот это все шкаф, друзья, вот это все шкаф. Здесь тоже шкаф, здесь тоже шкаф. Вот это все шкаф, большой, везде ламинат. И здесь есть вот такой еще турецкий туалет и душевая кабин. Это общий турецкий туалет, кабин. И с правой стороны есть кухня. Вот такой кухня, достаточно большой. Вот такой кухня, вот огромный, большой кухня, друзья. Итак, я очень люблю время проводить в кухне. 3 плюс 1, 130 квадратный метр, друзья. Сена для такого места расположения тоже. Сена очень хорошо. Огромный здесь панорамный окно. Как-то здесь открывает вот это жалюзи. Тоже уже море, друзья. Отсюда тоже уже море видно. Вот так. Напротив вилла, 2 этажа, поэтому море тоже видно. Итак, друзья, теперь можем с вами идти другие комнаты тоже посмотреть. Очень красивый, правда? Мне понравилась домашняя атмосфера. И теперь можем с вами перейти в родительские комнаты. Здесь тоже есть еще одна комната.
родительской комнате вот такой огромный шкаф. Вот этот шкаф достаточно большой, красивый, хорошо. И теперь отсюда тоже море видно, потому что море уже практически мы с вами находимся первая линия, друзья. Практически первая линия. Очень большой, вот таком виде. Она красивая, правда? Очень красивый. Огромный, большой душевой кабин. Içeriye girebilirsin. Вот здесь тоже шкаф. Вот этот шкаф остается, конечно. И здесь тоже большой. Достаточно душевой кабин. Горячий. Для горячей воды бойлер тоже есть. Итак, друзья, мне очень понравилось. 130 квадратный метр на пятом этаже. Здесь место. Стиральная машина. И шкаф. Стиральная машина. Шкаф. Достаточно большой. И теперь мы с вами куда перешли? Перешли в детская комната. Сразу видно, да? Детская комната. Так, очень большой шкаф здесь тоже. Вот это ребенок. Их ребенок очень красивый, да? Дети вообще ангел, ангел. Дети очень душевные, искренние люди. Поэтому мы как-то детьми, с детьми время проводим. Очень себе чувствуем очень хорошо. И здесь море. Вот это море. Вот через балкон вид на море, друзья. Вид на море. Ваш вид никак-то не закроется. И напротив здесь парк. И там продуктовый магазин. И здесь тоже парк с правой стороны. И видите, я вам говорил, район Теджи развивается. Уже государственный служащий работает. Порядок делает. Улицы чистит, убирают. Поэтому я вам говорил, последние 2 года Мерсин очень быстро развивается. Еще через 2 года совсем другой будет, дорогие друзья. Поэтому, если вам интересно недвижимость купить в Мерсине, друзья, это большой город. Может быть, разбираться, район разбираться вам для вас тяжело будет. Но есть здесь ваш консультант, который его зовут Асым. Если от меня какой-то помощь нужно будет, я всегда с вами на связи, друзья. Пишите, звоните под видео. Есть мои контакты. Я всегда с вами на связи. Теперь всем желаю счастья, удачи и любите себя. Любите жизнь. Потому что живем один раз, не 10 раз. Теперь я вас приглашаю, чтобы на море посмотреть.